Так, нормально. Короче, чем быстрее вы придете рейд, тем больше времени у вас будет перед Герой отдохнуть. И почему РС-ки, блядь, поставили сегодня? Чё, белка всё? Потому что вчера РС-ок вообще не было. Вчера типа все так устали вайпиться на лече, я тоже, кстати, что мне уже никакой РС-ку не хотелось. Решили, что РС-ки лучше на свежую голову собирать сразу. Так за один день можно 3-4 РС-ки пронести. Ну если чё... Ну так и сделаем. Мы там не решали, мы не собрались на эту РС-ку, так как все уже ушли. Конечно, блядь. Значит, смотрите, сейчас быстренько все те... Кто куда заходит, блядь? Кто заходит? Куда-то. Сейчас кто-то заходит? А, никчем заходит, все, я понял. Забыл. Сов много, вот давайте суманим от доти. В ламе тоже суманите, блядь. Танки, я не понимаю, что вы стоите? 4 ну, хули стоите? Давайте убивайте этих дураков. Поставил время. Меньше 2 часов идти будем, ёмо. Не знаю, что они сделают. Больше, точнее, собираются. Все, фастом убиваем. Сова, звездопадом назад уйди. Пизда. Так. Никто не падает. Бейте слугу сначала. Потому что он опасный. Не срывайте агро мелких. Потому что вы умрете. Когда вы умрете, вам придется бежать. А когда вы бежите, вы не дамажите. Понятно? Вот. У вас с звездопадом осторожно. Пучков заденешь, вон который стоят. Значит, хилы. Так, еще раз, чтобы они понимали. Дулутип КДЦ, пленник Артупал, учитель Эршам, ХТР Дух. Ваша задача не ронять никого, ни на вихрях, ни на каких, ни на ламах, нигде, ни на синдре. Но я тебе... Может быть, помогу. Иннер шаману залейте, блин. Давайте. Он скурит. Иннер учителю. Вот. Иннер уже пришел от кого-то. От меня. От ХТР, молодец. Он скурит, давай-ка залей Иннер учителю, пожалуйста. Давай, гимноману одному. Быть это поможет. Смотри-ка, ничего себе, 15к. Иннер тебе еще залили по Иннеру. Вот это я понимаю. Молодчики. Вот. Ресайте предела. Аккуратно. Сейчас бьются сначала пауки, потом магия, потом все остальное. Сначала все звезду играют. Никаких масс сейчас никто не дает, кроме танка. Убили звезду точечно, потом ауешь. Кто у нас танки? Не знаю. Кто у нас там? Ну, Дима и этот, и Эникей, кажется. А, Анакрель вроде в танке. А Дима это кто? Юф. Так, Юф, я надеюсь на тебя. Ты должен за этот рейд одеться 6.2, короче. Ты должен затанчить без единой смерти своей, короче, все. Вот. Ему объясни. Так, смотри, он брка у нас? Да. Вот, я тебе буду говорить, да. Что там на боссе, короче, ты будешь делать. Ну вот на ребре просто забежал, через ребро пробежал, да, встал, паладин в тебя встанет, и ЛПшки просто даешь, и все, это вся тактика, там ничего не надо прожимать, тебя захилят тупо. Вот. Смотрите, вот там пауки на лестнице стоят, их надо бить точечно, так же, как вы здесь били. Сначала звездочку, потом кружочку. Вот. И только потом можно уешь. Вот сейчас в рейд дышит слуга, его танк не отвернул какой-то. Вы все стоите и ловите эти плюхи. Зашли за стену, зашли за стену. Ёпперс. Пойте гимн на ХП. Давайте танки сначала там раздупляться. Вот танки раздуплились. Давайте звезду убили. Сильно звезду. Вот, теперь кружок выбрали. Рано еще уешь. Смотри, тут кто-то посмотрит. Сейчас тебя спалю. Нет, нет. Ну короче, следующий трэш. Ну то же самое. Сначала пауки, потом слуги, потом все остальное. Сова, не дай бог звездопад дадить. Сова, мне притянуть кого-то? Кого хочешь притягивать, кто больше нравится? А можно я тебя притяну? Да. И про товары от меня, да? Делаем. И холи присточку для тебя.
Вот, не умирайте еще. Ну чё вы стоите, блядь? Два приста за стенкой, то есть войд. Да шо ты, дай кофе допить. Так, да уешьте это дерьмо. Может у вас синер откатился? Да, откатился. Тут столько дролей. Чё ты богатый? Ты прям топ-хил. Так, я отойду на 2 минуты, маг. Давай. Сначала одного, потом другого. Не ломитесь туда, в центр. Вот. Пробудился. Слава, ты умеешь за АДК дамажить вообще? Слава, да. Конечно. Что там уметь? Скажи, какой удар в приоритете? Удар плети или нет, кровавый удар? Да никакого удара там нет в приоритете. Там дотки навешал, ЛПшка, удар чумы, потом вешаешь, потом сразу плетка, потом... Что потом сразу? Потом руник, потом две плетки. Мор, короче, символ. Руник? Ну да, усиление рунического оружия. Типа руны обнуляются. Вот, потом, короче, и символ ставишь на мор, обновляешь одной кровавой руной, короче, доты и херачишь две плетки. Обновляешь и херачишь. И если есть свободная руна крови, херачишь, короче, удар, кровавый удар. Вот, ну и лик смерти, короче. Его херачишь, короче. А, спасибо за усиление, я не знал. Тупо по КД, что от КДшилось, то и херачишь, вообще похер. Угу. Без символа... Прям как ретриком. Да, без символа Мора тоже нормально. Какой-то другой поставил. У меня есть символ. Да, слушай, Войда и даже ДПС 10к не больше. Дамаж 20к, блядь, с обоими символами. Знаешь, учитывая, что я сейчас даю где-то 7, то это уже достижение будет. Дудутипка, ты в ДЦ сейчас? Столик. Столик, живите. Жрите. О, шикарно. Давай 80 штрудей набирай, чтобы ману не просил там, как только... 60 взял. 80 бери, блядь. Ты нахуй мне 80? Зарит не использует. Дуду, давай в ДЦ. Это херня какая-то. Не захилит это нихера. Давай в ДЦ щиту и рейд на... Там нормальные хилы, нифига ты. Сука, кто-то там упадет, прыгает. Сразу спекнешься, понял? Угу. Где два тела? Так, вами. Слава, я на БТК ролю. Ну, роль. Пишите, кто на чё ролит. Ну-ка, там сейчас желающие, я сейчас скипну два тела. Нужен какой-то. Я тоже на БТК ролю. Присадите, кому осколки нужны, я посмотрю в этом списке, кто там выше. Хант писал что-то, не знаете, ну рога на крогу, ну нет на ШД роли, нет вообще на сову, давай ролить будешь, не роль на крогу. КВ, кто еще на осколке? Не, он не может осколки, по-моему тут никто не может. Так они никто не берут все эти осколки? А не, вон Морден может. Давайте один слот, кто там хотел еще, быстренько. Я могу. Кто нужен? Ну, Мордена в списке нету. Есть Аршан, Холипал, Эрпал и Фаермаг. У Кьюве не выполнен квест на ШМ. И третий кто? А почему он в списке? Фаермаг третий. Давай, Фаермаг. Хорошо, как захожу. Как ты попал в список, если у тебя не выполнен квест? По блату. По блату отсосал. Ну, кажись, я, значит, нечаянно его записал. Так за... Закинь, пожалуйста, мне там, в принципе, ничего с обычки не надо, закинь сейчас светодар в 8-й пати для ИП. Кто такой светодар? Это в гильдии, позавчера взяли. А зачем я... тебе ИП закидывать?
А как ЕП начислишь? Или как у вас происходит? Ты сейчас кто? За фулл рейд как бы. Дайте я уже. А на Криэль собрал, Шэм? Бля. Кто говорит? Кто Светодар? Как у тебя ник сейчас в рейде? В рейде никак, ты же сказал фаермагом заходить. У меня фаермаг просто без гильдии. Да, фаермаг еще без гильдии, заодно можешь в гильдию приглас, кстати. Давай. О, хорошо, да, как раз приглас надо наш. Сейчас захожу. О! Лина, давай Олега попросим. Что Олега попросим? Права. А, ну он не даст. Вот за... блин. Он же их забрал. А где Хант? Как я он не вижу, на... блядь. Как вот, он... вот как вы пишете, Хант какой-то? Он даже не плюсует нигде, блядь. Ну, вот да, на Криэль. Огнежок. А на Криэль тогда осколки собирает. Она там... он, всё, она, короче, не знаю. Это, Мак, мы тебя кинули, короче. Тут Хант у нас отвалился, теперь зашел. А, ну и вопрос. Хорошо, ладно. Может еще. Ой, я варка. Не, я понял, я вар... мне там ничего не надо в обычке. Я варка буду, если что, зовите, да, я помогу. Ну, проблем, конечно, если что, то отвалится твой петух. Возьмем нормально. Без базара. Без базара. А Ханта. Сейчас прибежит. Ну, принимай сумон, Хант, ну кинул же сумон. О, тогда дай приглас гильдию, огнежок в чате плюсу. Да какой волчат? Ну набери войд на английском, ё-моё, меня на. И да вон ренебал сидит. Ну надо заметки немного выполнять. Напиши мне лучше. Я волчат отключил. Все здесь зашли за линию. Чек на пул. Убафы есть. Принимаем и начинаем. Таймер. Кто рыба? Кто-то рыбу поставил. Да, рыба, херня это вся рыба, блядь. Короче, танки вперед, блядь, тебе принято. Подожди, дай рыбу пожрать, стой. Да похер на эту рыбу. Да я больше дохожу. Блядь, 100 голды даю, блядь. Дима, давай, давай, Дима. И одного забыли, меня никого не забыли. Геру дали. Кто упадет, блядь? Упал. Уже стоишь, да? Молодец. Шип сбейте. Так, ладно. Сбегайте, станки. Беги, малышка, беги! Ладно, ничего себе. Они так справляются хорошо. Как обычно. Агрона Шедоумон. Там. Внимание, там. Сука, там. Не успел. Как дела у тебя? Ты скачал Омен такая, дот такая? За спину, так. Вы в центре стоите, босс, алло. Шип на шамане. Да не надо говорить на ком. С севера забили. Ну а вдруг? Вдруг бывает только вот так. Что-то морнило. Шипы резко. Шипы, потом босс такой прилетел. Давайте на трэш. Кто на осколке первый? О, нет. Так. Морден. Роллинг. Вроде. Морден. Вроде как. Да, Морден вроде писал, прислал. Он там единственный, да, собирал уже, помню. Изи 12200 дал магом 5,5. Больше, чем я с его 6. Ого, я дала 11к, боже мой! Кольчугу ролить что-то. Надо, не. Ладно, я понял. Ну там квестик, да. Привет! Сделаем квестик. Я могу поддержать Минчара. Минчара.
О, почему я третий, четвертый по ДПС вообще? Я же, бля, не дамажил нихера. Тупо автоатак. Ну да, ты как обычно. А у меня-то третий по ДПСу. Да, у нас рекаунты разные. Давайте, уже пачку правую убили, я думаю. Не надо забивать Нет. эту пачку и не надо умирать, там милики у вас касается. РДД не ауешить с пула. Какой список? Не могу сейчас ничего кинуть. Виталик кидает. Не, ну я вроде бы могу, но... Огнемог. Огнежог. Фаермаг 6.4, светодар в ги. Дай приглот в ги. Ну это я. Мы разговаривали перед ребром. Угу. Блядь. Понимаю. Имя спек ГР. Спасибо. Саша, 6.4, Фаермаг, светодар, это ретрик, холик, это основа. Это уже лишнее. Понял, было да. просто сказать. Имя спек ГС, чар, это... Саша, Фаермаг, 6.4. Я записал. Его сила не знает... Спасибо. Ааа, Рока, живи. Тут все очень просто на этом боссе. Нужно друидам, касается всех друидов из второй пати, из четвертой пати, из третьей пати, Хатао касается. Нужно вытащить на панель, поставить на единичку, снятие проклятия. Такая способность у вас такая есть. Нужно диспелить весь рейд, проклятие снимать, там очень опасные проклятия. Если их не снимать, то мы будем падать. Ну и трэш. Хочу бежать здесь, маст диспел есть. Маст диспел. Маст диспел не помогает. Это проклятие. А диспел вот магия. Так, ну-ка, жри. А, да, точно. А, ну давай, паука быстрее. Сова, так мы будем делать квест? Ты умеешь? Ну, типа, я думаю, что я смогу его подержать. Если нет, то тут вроде... Ну ты же не нуб, правильно? Ну слизни очень быстро двигаются, там надо будет... Ну, как бы, понятно, что рейд убьет, все нормально. Я не за то, Слава, квест на 5 льда на этом боссе. А что, у меня его нету, что ли? Ну-ка. Ты не взял его? Квест на Минчара вот этот. Провалит сейчас. Минчар, блядь. Как настроение? Со слизнями я знаю, красный сейчас движется быстрее. И типа я поняла. Да все быстрее. Ну, короче, я так понимаю, я просто первые несколько слизней не замедлю, а дальше буду замедлять, как попало. Да, можно. Дали иннеры все учителю. Не несколько, а только первым не замедляешь, и все. Остальные... Я имела в виду, как только энергию соберу. Да ты соберешь, там эрдру тебя захватит. Нихуя у меня маны. Спросите, вот как Фертл, есть кто-то там с админкой, ёма? Или что, или нет? Я не сожалею, я не знаю, чем помочь. Иди без РК. Ну, сейчас мы рассмотрим. Короче, маг, Вуди, контролишь Дарнована этого пола. Да блин, маги его не контролят, 100 раз уже это говорил. Его друли могут в корни кидать. Друли в корни кидать. Все три друли, да. Ну я его сейчас сагрю. Не агрей его, подожди. Трэш забирайте. Правда. Вот, кинь в корни. Не надо. Все в трэш пошли, бить, звезду не бьем. Блять. И ДК притяните вот этого дурака, почему он стоит? Вот кружок. Убили кружок. Ой, и бейте, ничего не стоп. Сильно бьем. Ты не в силах противиться моей воле. Контроль дайте. Кто его бьет? Зачем убьете его? Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Это Олег поставил, да? Не, ну ЦЛК всегда было сюда. Ну, трэш 5 секунд. Пошли трэш бить. Ты не в силах противиться моей воле.
Я Геру дал. Он в этом, в контроле Геру дал. В контроле Геру дал. Ну и что? Падаешь, да, все бьют. Там сзади, сзади милики убейте. О, нормальный моб такой, смотрите, милики бегите, бейте моб. Смотрите, как он нас разрушает, смотрите, нихуя себе, кружок убей. Милики, милики, вы тут. Давайте быстрее. Я бегу! Бегу. На кого он кастует, надо отбежать из рейда, чтобы не убивало. Так, алло, вы чё, блин? Кто это сказал? Не убейте, агрите, там, контроль, агрите. Нахер вы всекаете массы? Никто не паникует, просто видно же, что человек за контролем. Да и убейте его нахер. За контролем умри, нахуй. Никакая сова не кидает ему этот. Тихо. Давай, сейчас контроль кого-то возьмет, все совы за запады, ему убьем дурака, блядь. Чтобы не попадал в контроль. Ты не в силах. Давайте за запад, убивайте этого дурака. Ты меня хотел? Орден сам накидал. Нога на глух опять. Духов видите, бегите прямо на них. Нормально, такое сам. Как только что, ты какой-то демотивирующий, РЛ. Не, ты просто немножко демотивируешь. Тебя что ли? Квест не буду делать. Не, буду. Роги, ролим. Роги. Есть роги? Что там выпало там? Ну-ка, рольте, это энергию поднимай. Блядь. Это не рога. Это там вор. А, вор, короче, тебе воровать душу. Вот это рольте там надо, нет? Ну и ладно, короче. Идите на трэш, уже убили кучу первых. Вот. Все прекрасно. Квест сделался. Сдать квест не забудьте, потом не получите лед. Тебя бы куда сдать? Да, я тебя на металл сдам. Тебя видит. Джейми, блядь. До скорой встречи! Прикинь, Джейми такой сидит в пункте приема цепного металла, блядь. И там воет такой с Диллосом, заходит. О, мало скучает. Может, попросишь их, его людей принять в РК? Его людей? Да чё? Ну... Попросите сами сейчас у тренивала, напишите, Диллос добавит. Хотите уметь иметь участника в РК и выше быть на одно звание, блядь, пишите реливалу, блядь. Он меня не поднимает это рейд лидера, сколько бы я ему не писала. Ты не реалист? Ну и что, я тоже хочу быть рейд лидером. В смысле? Джерри у нас просто загорелась. Он с посохом там бегает с Ланой, короче. А я с Тиренусом буду бегать. Ты еще тапки есть? Тапки есть, да. Фартовый ты. Да я же в рейды ходил, знаешь, что перебашил. Какая ГП тогда? Посчитал 700, получил ГП в БРСке. За танками. Написал еще Варенька, говорю, напиши в РК. Он такой в РК говорит, во это, блядь, на пизда ролит. Как ГП полетело, блядь. Сука. 100, 200, блядь, 300, она. Бизнес, там, короче, хилы меня не хилили тупо, короче. И этот,
Капитан Саурфан будет рад. Вайпы, короче. ЛПшка промах голема, короче. Не промах, я заплакал. Блять, тут 3 часа ночи, я уже. Короче, бля, столько не падал за бутыками, когда со временем муков, бля. Время, деньги, дорог. Все правильно, надо взять ранцы всем без исключения, даже рогом, даже варом. Да, вроде... Килы не берите. Килы не берите, да. Сыны и дочери Орды. Сегодня мы будем... Надо еще успеть ману восстановить. Лактарагар. Горкрон. Тут очень просто все на этих кораблях, ну, летать обязало 7 ДД тупо, без исключения, только танк остается, там свой сурфанга. Вот, оружейников бьют все, ну, видите, можете там, но сержантов не всекайте, потому что они вас ваншотнут, короче. Так что имейте в виду, кто здесь упадет, тот петух просто. У кого там, по сути, бьется? А это мне надо отрубить звук. Да, я не знаю, но... свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем. Орде тут делать нечего. Напишите Узику, вот рога, который Узик, что я только через час могу зайти в РК. Ну, я свернуться не могу сейчас, блядь. Лина. Мне сейчас Олег права, да, с РК. Вот, Питер. Прими, давай, пока что рейд идет, принимайся этих. Ну, блядь, какие это дела? Я ему объясню, по какому поводу надо. Что, Войду мут давать? Ну, и это тоже мут. Квест. Не, стоп, мне же квест надо делать, Слава. Ёпсель, мопсель. Со своим квестом, у меня катушка там моя. Нет, это моя катушка. Это не, это... Это моя, моя. У тебя нету перенаса. У меня есть. У меня есть. Да у меня круче перенас, у меня с ВК 25. Теренас, Гера. Нафиг я. Блять, да почему Мурадин не танчится? Сука, Куве, ты здесь? Найс, кстати. Куве, как дела? Да, Мурадин меня ваншотнул. Я смотрю, вон он, ты стоишь. И что, у тебя ранца нет? Я смотрю, ранец на тебе. Как дела? Ну я же говорил, типа, говори по ходу, что делать. Аж шланг пиздец. Чем ты сюда пришел? Учиться. Учиться, ну так вот. О, прикольно, нас кинуло сюда. О, мой труп куда-то ой, летит. Ой, я лечу. Сука. Куда я лечу? Слушайте, не открывайте. Один твой. Не открывайте сундук. Не утайте сундук. Поставьте в город Долоран. Полетим все в Долоран. Не утайте сундук. Бля. Припортануло туда. Так. Вообще непонятно, куда еще дальше. Покинь тело, там написано, покинуть тело. Все, покидай тело. И лети в инст. С корабля выйдите все, кроме РЛ. Так, ставь шкаф. Быстрее будет. Да, ставь шкаф. Ну, вообще-то там портал сразу к вам. Ну да, сразу наверх. Чем шкаф этот, блядь? Резайте быстрее, летите. Кто там сзади летит? Если вас мучу, не фейн, летите быстрее. Вот, короче, на всех парах. Как? Хуве, короче, блядь. Ты хоть напоминай мне, я же забыл, блядь. Что ты вообще шланг? Карася, поставьте. Карася. Надо, надо кому-то, чтобы истерию он кидал. Ты понял, Хуве, да? Когда нахуй истерия, блядь. Он сейчас вообще не затанчит нихуя.
Это, ты понял, короче, ну, на этом корабле надо вот этот ранец нажимать, зелененький кружочек ставишь туда, куда ты хочешь приземлиться. И вот этого Мурадина, который, блядь, нас всех 5 человек убил, ты его должен был тончить, короче, понял, да? Изи, изи, рил так, понял. Всё, теперь смотри, тактика для тебя. Встал в череп. Так, сейчас стоишь. Второй танк в тебя встанет. Вон тот петух там напротив нас тебе что-то базарил. Вот это вот его танчить надо, короче. Я лутаю. Да, лутай. Дядя погиб. Ну стой тут. Сейчас, короче. Мальчик погиб. Все, анролом мне, короче. Я здесь. Если что надо. Перчатки. Если что надо, потом отдам. Перчатки родни. На семье отдам. На лечи отдам. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь. Рой. А успеем за час дойти до этого, до леча? Нет. Дайте приступ баф. Платный ролим быстрее, 40 секунд. Сука, че за люди? Просил рыбу, блядь, поставил. Приступ баф дайте. Кулак поварам дайте, пожалуйста. Давайте, я говорил, какие поводы. А, Нальфейн, кинешь обмен? Роги. Ты на мейн ролил. Да. Где-то. Так, Урзек, ГЦ. Смотрите, короче. Смотри, начинаешь очень просто. Паунд, темная власть называется у тебя, да? На единичку ставишь. ЛПшку на троечку. У меня на двоечке притяжка. Вот, я тебе объясняю. Делается следующее. Вот. Я сейчас буду говорить по ходу дела. Но. Паунти сейчас его, ЛП его. ЛПшки. КВ, вот. ЛПшки. Две ЛПшки, кровоотвод отдал. Еще ЛПшка, усиление бронического оружия, еще 3 ЛПшки, понял, да? Вот, смотрим. Дали рост, бьем, трэш не забываем, сейчас все будем секать трэш. На тебе появится руна, а на крели заберет. Не забирай у него босса. Вот. Смотрю сейчас. Вот, на тебе руна крови, посмотрел на свой дебаг. Вот 9-8 секунд, видишь, понял, да? Вот с этой рудой танчить босса нельзя. Как она с тебя спадает, она вешается сразу на другого танка. Вот она сейчас спадает, секунда, спала. Таунти босса. Танчишь босса. Все, молодец. Все трэш. Сука, трэш или, блядь, 100 гп дам. Били. Так. Смотрим. На тебе руна, а на крель танчит. Все, понял, да, ротацию? Все, и промеж делом, когда появляется трэш, ты можешь кого-то таунтить, притягивать притяжкой, тогда ты вообще будешь топ. Например, того моба, который бежит на меня, там, или на другого РДВ, на шипека, вот. Ты его притягиваешь и будешь красавчиком. Забирай босса, вот, красава. Бьем трэш. Все танчится очень легко. Бьем босса, еще будет трэш. Последний. Блин. Ну-ка, рейндж, словите, он копит энергию очень быстро, блядь. Словите 13 метров. Че вы стоите плохо там? Так, внимание, трэш, секунда. Танки меняйтесь нормально, если ненормально, то скажете. Трэш. Метки хилим сильно. Добиваем. Метки сейчас сильно выроняем, заходим. Сейчас никто не отходит. КВ, я тебя научу сейчас вальку приводить. Диман, да? Ты Диман? Я. Просто имя спасибо. Вот, лутаем этого дурака. Вот. Иди сразу в ворота проходи и открывай там ловушки, пробегай, открывай портал. Буешка выпала. Чё выпало? Буешка. БОЕ. Мне показалось, что Ольга выпала. Не вижу никакой БОЕшки. Как обычно. Защитника ролем. Рядом с матерью и предками. Бегу сразу передавай, он как раз пока сидит. Так, где он? Где он? Нифейн. На. ГЦ. Ну, кстати, неудобно было, я потом заметил тоже. Напротив друга.
Да, агрили, и, блядь, бот все время спиной то ко мне, то от меня. Гениально. Я понял. Эни, КГЦ. Так, бежим. Портал открыт, да? Все, протонулись все, никто не АФК же. Трисовы, ничего себе, сейчас убьем трэш. Портуйтесь, совы, ваш дамаг нужен. Да ладно, стоит. Все, пошли. Смотри, сейчас внимательно, где ты там. Все встали здесь, в сове остались, в котах остались все. Куве, иди за черепом, пошли за мной. Ушел кто там? Да, там она крель уже ведет. Вот он ведет, вот так ты должен был сделать, понял, да? Вот теперь идем все обратно, ушли. Друид убежал, не пяться, беги назад. Побежали. На Хатео бежит. Все ушли, быстрее в череп. Ушли со ступенек, сейчас вторая валька согрится и мы упадем. Вот. Еще дальше. Жопой там не сагрите, все вальки убьют. Спелить. Надо спелить. Давайте всекайте вещи. Сейчас наплодит дураков. Теперь этих дураков всекать. Давайте. Там прожимай. Моста он прожимает. Ну а теперь просто вперед идем, просто за черепом идем. Тут все идем. Дима, ты там тоже дуди вот геоку. А сразу двоих валик убьем, потом на. Ну, на этот. Потом на кукловый стандарт, да. Да. Потом за катушку. Ну, понятно. Надо вправо-влево бежать, здесь она летит. Прямо, товарищи. Вот, стой здесь, вот она летит, валька, видишь, вот она летит. Ее надо таунтить, ЛПшки кидать. Вот, давайте, идем. Вот, как прекрасно. Будешь лучше там, если будешь слушать мои советы. Все, убили дураков еще. Далее уе. Теперь пошли за черепом на чунку. Лестните. Лестните тело там одно. Вот тут надо тончить вот этих толстых, их надо отворачивать от рейда, потому что они дают клиф. Под себя они пердят лужи, короче, и эта лужа дамажит всех мидик. Надо либо прохиливать, либо выходить. Все, тончите. Обновили, разверните одного. Разверните всех. Убивай. Танк там второй нет. Че он в рейд пришел? Маны залейте учителю. Совы, дайте маны учителю. Все, пошли. Давайте. Вот, короче, вот этих дураков паладина даем в танк. АУЕ дали. Маги морозим. Заморозим этих дураков. Пуловые сильнее. Прилетит мелких. Как мелкие все мут через звезду играем. Через звезду все дайте пристабав лапу и каску помогут. Забирай. Отводи его в угол, Дима. В угол отведи его. Нет, не сюда.
Иди к нам, и в угол его, в угол. Спиной стене, Давай в угол, сам угол зайди, чтобы он тебя не откидывал. Ну, давай, смотри, вот где я, стою, видишь, вот сюда его, давай. Чтоб тебя не откидывало. Вот, да, видишь, не откидывает. Отточите разлагающегося колосса. Короче, собаки сейчас будут песни тебя внутри. Где он, блин? Дайте пристопав и каску помогом. Каску дали, теперь пристопав. Сейчас, ты же на присте. Можете меня, не? Так, на пристопав. Ну что там пристопав? Ну, еще пристопав. Спасибо. По собакам. Собаки ушли назад, в череп все ушли в ворота, зашли, ушли оттуда. Быстрее, быстрее, быстрее. Кто не в черепе, тот умрет. Дима, когда на протопаре будет 8 стаков, станутишь? 5 стаков. Ну, 5 стаков, окей. 8. Там уже 7. Забирай, убей. С него спадут стаки. Я поняла, походу, что я не хороший человек. Я обычно на 8 таунтила. Да я тоже. Зачем на 5-то там на 8 нормально 20% хила проходит. Внимание, за хил. Слава, тут войско вызывать? Вы что-то писал? Есть желающие ВРС целка? Убиваем эту бушку. Могу. Могу зайти, если надо. Кем? Ну, магом. Хорошо. Огни жопу сейчас. 4 мага, еще один маг надо, да? Могу ретриком пойти, подумать. Так, сейчас вас захилят. Пусть не точно. А, не мог сжал. Где-то впереди. Где-то девушку взял. Забыли эту дуру. Давайте. Дайте шкаф, убейте моба. Вон он прыгает. Вот, по корму. Не активируйте ничего, влезьте меня, и поставьте шкаф. Бой висит. И добейте этого дураков туда. Давайте резайте. Пили шкаф. Крестница. Ай, буду тик. Красиво друг залетел. На балкон. А как он залетел? А он сделал типа, ну как блинк, ну не блинк, а этот, ну подлететь за спину. Коль, а что он там посидеть будет? Хрен его знает, где уже след. Давай. Рез. Да, Бибоб свою помощь предлагает. Ой, так у нас же фул. Ну, а так, на всякий. Может, ты кого-нибудь кикнешь ради него. Да, не жога, там кто может засумонить. Тыкните, сумон, тыкните. Вот сейчас мага сумонил. Значит, смотрите, сейчас очень ответственный босс. Нужно встать на рейндж, короче, на рейндж пойдут. Сейчас все стороны рейндж. Это обычка, тут нету рейнджи. Тут не надо на рейндж становиться, ёпт. Да. Ты присумонился, огнежок? Да. Все, ну пошли тогда к
как он называется, гнилом. Подожди, пристабав. Сейчас я подбегу. Так, мне надо вообще забафать. Дим, тут просто танчи босса в центре его... О, рыбка, кушайте рыбу. Да. Не прыгай за этим кругом, он может сагриться на тебя. Точим рыбу 10 секунд. Вот, просто вот он где стоит, да, и вот жопой повернуть его тупо надо. Пробегаешь через него тупо, ставишь его в кружочек и танчишь. Все, тут вообще ничего тебе не надо делать. Стой, в небо смотри, я ЛПшку тыкаю. Не, ну когда рыгает, то пусть перебегает, чтобы они перебегали. Да не перебегай, нахер это не надо. Не надо перебегать, не слушай никого. Все готовы, начинай. Дайте лапу. Только что дали. Дали герб. Беги, малышка, беги! Липучка, вонючка! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Читать это заклинание! Это заклинание! Захил дали. Новости, народ. Слизь снова потекла. Слизь надо забери мелко. Мелко не того птицу. Отличные новости, народ. Слизь снова потекла. Скажи же танку, никто играет. Тебя хилят, все как это да. Ты просто укажешь, что ты их можешь. Ну, захилитесь. Слизень проводит, ты еще... Это... Еще и, блядь, блюет. Убегайте. У протопава чутка сложнее ротация, чем просто ЛПшка. Я году это в 2013 играл на протопале, но только там серф был не очень, не все работало в плане инстов. И это конец истории? Ну да, типа я, блядь, дохуя онлайна было, может, полгода там. Ну типа, побежали, не сильно помогает танковать тут. Быстрее, алло, потом поговорите, блядь. Вот смотри, сейчас видео, не, никто не упал. Упал, я отсюда упал, наверное. Негодяй. Ты перед. Почему ты упал? Да хрен его, набираю еще. Ну так вот, слизень, когда 6 стаков набирает, да? Он взрывается, понял, да? Кровь-ка мне. Идите на пуху, оставьте шкаф. Там какому-то... Ну, кому-то там нужна была. Ну, кому нужна, те и получат. Кровь можно забрать? А как у тебя нет? Нальфейн. Ну, вар. Спасибо. Я на оф ролю. Тоже на оф. Изи. За-за-за. Кидай этому... К этому бичу кидай, короче. Так. Можете меня сумануть, так было бы неплохо. Дим, кинь обмен. Спасибо. Тут, короче, все легко. Чем больше стаков босс набирает, тем сильнее он бьет. Вот. А. На 8 поднял. Хан Каферить, дай заявку в этот парка. Роги, пожалуйста, каску. Ну, каску. Пристав автом, короче.
Она я убирал. Вот, я пошел вот, в сторону. Прыгаю. На крель, где есть прием? Я же написал, что отойду. А, ты уже. Все, начинаем. Все, запястья что, ушли куда-то? Какие запястья? Тканевые, что ли? Но. Ну, сейчас. На ивенте король. Давайте бьем этого дурака. Надо будет споры снести, короче. Одну спору, короче, в трусы, а одна под боссом будет. Третья куда хотите. Давайте. Сбежали, слоем стаки все. Две споры вместе не стойте. Разойдитесь вправо-лево. Надо автомат. Сейчас потом вдохнул, да, один. Так, читай, что написано. Увеличение физического урона и скорости на 30%. Это значит, тебе нужно потихоньку отдавать дефу. Будь властным. У тебя сейчас хилы сильно танка хилит. Рейд слабее. Потому что меньше гнили тут. Ты шаришь так, типа, да? Да. На профи там вообще изи водишь его, как дурака, и все. Смотрите, у вас исчезло этот парашют с кораблей. У меня одетый. У меня тоже. Так, а на креле смотрите внимательно сейчас. У него... Что у него сейчас? У него сейчас БЗ. Так, кто там паладин есть? Манг, кидай глянь жертвенности на Накриэля. Хилы сильно хилим его. Глянь не надо, не надо. Смотри, он кинул его на меня. Я отдал уже. Закрыто за его ХП. Блять, у меня один ХП стак, сейчас умру, наверное. Так ты ж приз, точка. Не одна же. О, даже никто не сдох. Ну ты понял, да? На 8 стаках на 8 стаках другой танк перевивает. В этом смысл? Да. Так. Стаков, и следующий, когда 10 будет, он вроде как убьет тебя. Ну, помимо того, что он тебя убьет, он еще по рейду там много тысяч урона нанесет. Не знаю, сколько, не помню. Да ты, в общем, взорвешься, и все. Там даже так. Ну, там, кажется, не спадать будет. Да танчить будет. На ивент идем. Дай кровь. Тому дал. Всем, да, да. Угу. Так, Лина, внимательно тебя просим. Внимательности, ты кнопочку туда-сюда двигаться в луже. Если кнопочка серая, ты ее не выпьешь, если будешь даже миллион раз тыкать в секунду. Хорошо, Сава, вопрос. Мне нужно в танкоспеке пить или в ДД можно? Можно в ДД. Окей. Главное... Как вылезешь. Да, да, у меня грань в ДД-спеке, я с гранью. Да, не забудь ударить потом босс. Да, да. Блин, я так нервничаю, что меня аж тошнит. Кто там высоко стоит? Кот, ты здесь? Так, как запустить? Ну-ка, запускайся, блядь. Чё не запускайся, нихера, сука. Идите назад, запустится. Выше, по-моему, подойти надо, наоборот. Туется на месте. Вот, смотрите, обратно. Не прищемите хвост. Давай. Ну, все очень просто. Если вы будете обвлекать, типа зеленого, быстро вас просто взрывается.
ТГРов до жопы просто. Димон, ты хоть с собой фрустошмут взял? Да. Смотрите, дайте шкаф, мы сумманем чеслока вместо шедуморна подошел. Это он уже? Вон он не тает. Нет, я говорю, это тот же чел, да? Нет. Или тот ливнул? Это Войт, я после этого босса отойду. Слышал, Войт? Я после этого босса отойду, спекни все тела. Хорошо. Дипка тоже спекни все, чтоб там танки не попадали. Это, Даксон, ты здесь, Даксон? Иду. Так, все, Лина к столу подошла. Все фулманы, значит, когда я скажу звездочки, будете стоять. Иди к столу. Диме, объясни, что надо делать. Блять, пить лужи. Так. Нет, Диме, не мне, Диме, Дима, объясни, что надо этого, делать. Видишь, профессор мерзоцит, вот видишь такого дурака. Вот надо в него ЛПшки кидать по КД просто. Вот как откидаешься, так и кидаешь. Водить. И водить, короче. Ну водить, блять. Ну вот лужи появятся зеленый под миликом, вот ты и выводишь, типа. Колбы оранжевые появятся, бутылки такие с газом. Тоже отводишь от них, вот, и все нормально будет, чек на... Удачи сделать квест, одна попытка у тебя. Все, я пью? Да, пей. Это, Чинлер, здесь Чинлер. Покай. Пей. Ты выпила, черная тучка появилась, вот. Дайте агри... интернет человеку. Агри профа, вот, все бьем этого дурака. Ничего не стопает, сильно бьем. Да. Теперь надо... заходить куб. Не стоять в луже, милики. Как дела у вас? Не выпивай сразу. Быстро не выпивай. Подкопи. Хотя пей. Чтоб потом 10 луж не было, смотри, выпиваешь. Вот эти куклы. Так, внимание. Весь рейд отходит в звезду. К столу или в звезду? Быстро, стренд центра ушли. Хан, Эрдру, коты, милики ушли оттуда. Ушли. Все, все в зеленое. Вот. Нет, все в звезде стоим. Обратно милики бежим. Сейчас закончится стан. Мы перевели. Все к столу бегут сейчас. С центра. Те, кто в центре стоят, вы не, нехорошие. Блинк. Блинк оттуда. Убежали. Сейчас он далеко выберет цель. Зеленого. Все зеленые. Я блинканусь. Бейте зеленый. И выйдет сюда. Колбы отошли. Убили. Бьем профа. Вот эти оранжевые видел, да? Куба видел. Вот в них нельзя. Они меткость на 100% снижают. РДД в красном. РДД в красном. Раз, два, три. Мне чуть-чуть энергии осталось. Я третьего тоже не замедлил. Блять, Боб сейчас на ЕП. Сука, Боб на него. Сильно зеленого и красного. Милики, блять, босса почему убили красного? Видите, блять, человек убегает. Красных-то замедляет, и зеленых не замедляет. Красных замедляет обязательно. Колба, давай быстрее. Колба, Димон, отвези. Бегат, твои колбы сколько? Там, блин. Да тихо, не орите, блядь. Проф стоит в колбах сам. Отошли сами от колб. Сейчас под зеленым, вот, правильно, стой, молодец. Все в зеленом, милики в зеленом, РДД в звезду. Сильно его бьет. С красного замедли следующий. Все, скастовала. Следующего замедлю. Извините. Да, колбы. Конскюрит, поднимай. Никого не поднимай. Да что ты колбы, он отведет. Че ты думаешь, нет? РДД в красном. РДД в красном. Сейчас замедли. Все в красном. Великий, подожди. Так, а на крель беги, милики красные. Я замедлила. Красава. Смотри, как легко все делает. Сильнее красно, лужи пей сейчас не оставлю. Зеленого тоже замедлил взять. Милики вышли, вы что, оранжевый цвет не различаете? Бьем этого дурака. Ты когда эту хрень эту кастует, то просто сразу отбегаю уже. Да, все правильно, хилы давайте хилим. Милики к зеленому пошли, быстрее, быстрее. РДД в звезду все. Быстрее зеленый. Все зеленые играют.
побежали. Добили. Дали. Слизней не ловите. Отведи, отведи. Отведи скоп. Да что? Должен заранее маленько вести. Пробку еще сам, когда кастует, стоит вместе. Урзек, ты умираешь. Урзек, Урзек. Красного РДД приготовились, вышли, вы прям под красным облаком находитесь. Все в красном РДД. Сова ловушка. Беги, Урзек. Миленький красный. И лужа. Красный смена. Беги, конскуля. Как там до фазы? Много. Да вот фаза. Вот фаза с меня нет. То есть я не допила, извините. Страшно. Все, сейчас не забудь ударить гранью. Хватит за хил рейд сейчас. Сейчас милики подбегут, пока не давай рост. Когда начнем все бить, там еще, наверное, отведем. Сейчас смотри, сейчас будет пельмени, и сразу после секунды через пельмени будет кол. Вот смотри. Сейчас хоп. Пельмень и веди, и уже беги, УВ. Вот смотрите, он стоит, милики тоже должны уже бежать. Вот. Дайте Геру. Теперь давайте Геру. Ну, милики словили минус 100 меткости, так что пошли в жопу, дураки. Милики, блядь, стоите в оранжевой херне и теряете свой ДП. Все, кто с оранжевой вот этой херней возле морда, это вообще пиздец. Терестака вроде бы, да? Это минус заметка, а на крель забираем. Давай, только не запирайте рейд там. Вводите. Так, давайте на всякий случай. Вышли сюда быстрее все. Вышли с тех лут. Значит, кто там? Манг, дай диван. Жесть вмешательство на КВ. Сможешь такое сделать? Да я знаю, блин. Кого-то я уже дал. Красава. Забирай КВ обратно, босс. Все, веди. Хилить, у меня маны нет. Че там хилить, когда стакер? Сосчитала. Красава! Я пошла квест давать. Последнее желание ролить лестники прикел. Все, я АФК. Объясни, что в конце за прикол, типа с переагрей, со стаками там. Вот когда на танке стакаются стаки, да, вот когда один, он ауешит по рейду, когда тебя бьет. И если два стака, он больше ауешит. Если три, то еще больше. Если четыре, то хилы уже не захиливают, и мы падаем. Там все маны нет. По 6 тысяч или по 8 тысяч в 3 секунды прилетает. И хилы не успевают это отхилить, и мы умираем. Там, кстати, последнее желание никому не нужно. Покажись, да, никому не надо. Можно, да? Можно было давным-давно. Нет, киньте потом на обмен. У меня защитник роли. Ничего, мне одному только нужно. Бывает такое. Так, на кровь идите. Сейчас я прибегу к вам. Хайгеровские печеньки, по сути, никому не нужны были. У меня тоже 10 гер было накидок, не знаю откуда еще 15 взять. Вот, кстати, вопрос. В квесте на ШМ не написано, как его делать. Как люди вообще додумались до этого? Не знаю. Ну как типа там в каком-то квесте... Не, там же написано, наполните силы гниды там. Да, ну как? Ну когда в куку садишься, там же видно. Да. Там... Ну это нужно аж три укуса передать, правильно? Ну там четыре раза, чтобы эти добавить. Я тут в танк аспекнусь. Чтобы вам проще было.
убивайте этих дураков. Блять, у меня маны. Я считаю, маны. Ни одного хила нет здесь, если чё. Нахуй вы пулите танки. Чё, он ДЦ кидает, только слышишь, где-нибудь. Это не ДЦ, это я шипы кидаю. Слава, я на перше в танке побуду. Так, стопы, ману пью. Стойте, сейчас, короче, Дуду типка. Тут ты. Да. Давай, ты в тела спекнулся? Нет. Спекнусь сейчас, чтобы не умереть. Надо спасать рейд. А то я один не завезу тут, блядь. Резайте себе. Я пока трогаем, все. Спеку еще сказал, блядь. Ну спекнись, ёбаный, по голове. Давай быстрее, блядь, стоишь, прыгаешь, бегаешь. И отпивай ману пока. Сейчас скажу, кто кого контролит. Надо моба три раз контролить. Так. Ну мы только два приста. Вот. Я буду, короче, контролить кружок, а ты будешь контролить, короче, ромбик. Вот, ну ты законтролишь и сразу за стеночку забегай. Блять, надеюсь, он не прыгнет на тебя. Танк. Танки будете брать высокого, рослого, рослого. Все будете сливать его рослого. Чтобы вы поняли, вот этот треугольник, это он. Потом скажу, кого бить. Ну понял, да, дутипка, беги сюда быстрее. Чё мой? Ромбик? Ты ромбик, да. Приготовился? Так, на счет три. Раз, два, три. Давай. О, блядь. За стенку. Рослого бьем, рослого. Высокого. Треугольник все точечно. Точечно. Да, еще 20 секунд. Вот, ну бейте, ну, помог. Так. Теперь ближайшего тянешь, ближайшего не тянешь. Месяц. Ну, все бьем его. Дали стан ему сразу использовать. Ну, что ты? Два моба зачем? Давайте двоим мобам стан дали. Тактику дизарм дай. Блять, сука, какой это на вас где? Я даю войско. Так, все бьем трусы, все бьем трусы, выбрали трусы, бьем трусы. Быстро, точечно сейчас играем. Не даешь звездопады, сука, стоп, бля, я вас пусту сейчас всех. Вы же умрете, бесполезные будете. Так. Катео, БР откатится, меня поднимай. Катео, ты тут уже? Киньте там сервер снега, не уронить, тебя накрыли. Все, бейте треугольник. Бейте треугольник. После треугольника ромбик выбрали. Ромбик выбрали, дали станы, дали фиры. Гибна ману, считай. Нету маны, блин. Гибна ману, летит. Рэпи уж. Мама заливай. Бейте ромбик. Да нет, тут уже все хана. Сука, ебаный в рот. Кто это сагрил, блядь? Ебаный, блядь, сука, гусина. Надо, блядь, как, не знаю, как 10 лет назад выводить трэш вот сюда вниз. По одному мобу с хантом. Нет, там просто особо не удерживать.
Типа, поэтому беда. Какого рослого, нахуй? Кто-то сагрил, блядь. Королевич, но потом росло. Бегите вещи. А вы наоборот. Бегите быстрее. Сука, еще совы, нахуй. Какой может быть гроза? Какая гроза, блядь? Вы сагрите мобов, на которых танки не набрали агро, и умрете. Нахуй вы такие нужны, блядь? Вы лучше вихрь киньте, блядь, мобам, тактикам, сука. Почему вы даете эту грозу, блядь? Отчасти, блядь, из-за вас и вайпы и происходят, блядь. Вы не можете, ну, поконтролить, когда вы можете это, блядь, сделать. У вас есть вихрь, у вас есть корни, блядь. Вы смотрите, как куча на вас бежит и умираете, блядь. Вам это надо? Слава, я отойду на минуту. Давай, сейчас будете внизу все стоять, блядь. Бегите быстрее все, попоздал, блядь, 100 гп. Давайте портуйтесь быстрее. Давилкин, Археон, Вор. Я с вас мучу, быстрее бегите. Как так умер, блин? Ну, типа, спекайся. Ты в ШП? Ты в ДЦ уже, да? Да. То, смотри, блядь, видишь, не захилили нихуя, ты еще спекаться не хотел. Ну, такое как бы не захиливается. Так, ушли в звезду, блядь, спустились вниз все, встали ровно в звезду, здесь жрите. Ушли оттуда все. Сейчас будем, блядь, охуенно делать все. Отъедаемся, быстрее штрудели съели. 80 штруделей, учитель хавай. Маму отъел. Не надо туда свой нос сувать, когда идут мобы эти. Так, теперь все стойте здесь. Стойте здесь. Остались. Дай пристабаф. Даю пристабаф. Стойте там, и танки все стойте. Для дубутипка пошли. Кулак поваром, дай. Так, на счет три. Раз, два, три. Контроль свой ромбик. Танки трусы, рейд трусы. Спускай вниз, нахуй. Спускай на крип. Играем трусы. Вы трусы будете играть или нет? Или что у вас там с дамагом случилось? Трусы выбрали, треугольник. Да у нее боб был, чё ты орёшь? Знаешь, что эти мобы боб дают? Так диспел надо дать. Всё, убили трусы, убили. Убивай. Блять, вот диспел. Смотри, нету ничего. Всё, добивайте этих дуроков. Да, они стоят вот. На всякий случай. Сейчас, короче, тактика бомбит. И... блядь, че он стоит? Сука. Смотри, стоит петух. Блядь. Сейчас я дам. Стой дальше. Все, убивать одного моба. Смотрите, как просто, да. Убили опасного моба, и потом, блядь, просто вырезаем этих мобов как дураков. Они не нас, блядь. И рейд 25 человек вырезает, блядь, 3 моба, блядь. Программа компьютерная, блядь, ничего. Офигели, что ли? Кубе, хочу кухню. А на крем ты двоих затанчишь? Ну, сейчас проверим. Ну, затанчишь, короче. Хант и Роги на пуле. Хант напуливаешь Валанара на Анакриэля, а Роги напуливаете Талдрама на Анакриэля. Все понятно. Только Талдрама с вами не перепутали. Вот, писал. Все, бейте этих дураков. Так, я тут лейтенанту дам контроль, наверное. Сука, не хочешь? Ну а чё ты лейтенанту-то? Зачем?
начинает видеть и так. Просто они на тебя побежали, либо ты бы сдох, либо. Да я не сдох. Блять, всех трех мобов из контроля не будет. Ладно, бейте мобов. Ой, сейчас Север Снейк же у нас есть танк, да? Ботанчишек или сейта? Или Калдрама, вроде. Могу, в принципе. Давай ты будешь Калдрама танчить. УВ будешь танчить Маланара. Ты вот первый, который тебя теперь знаешь, да? На крельке или сейта. Я могу двоих затанчить. Не надо. Ладно. Еще раз повтори, кого я танчу? Калдрама. Мун, стой, блядь. Самый правый, самый правый. Заходи. Да, я знаю, я знаю. Вот. Ну давайте, катушка сейчас моя упадет, чек на пул. Блядь, не знаю, в хиле, нахер тут надо в хиле, да? И тут типка, чё, ты в шипе уже? Не. Ладно, я в шипе спек. О, те рыба. Там на Талдорама, на этот, на Криэле. Нет, уже не надо. А по дорогам кого напуливать? По цели Валанара. Ёбаный. Валанара напуливать на это, на КВ, да? Да, все правильно. Хорошо.